Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я вам хочу вот это вот показать волшебство. Такой вот прекрасный узорчик, девчонки, узор спицами, но имитация узора крючком. Вот так он выглядит, очень красиво, мне очень нравится. Вяжется, в принципе, легко. 4 ряда всего и 1 петля раппорт, что удобно в этом узоре, что раппорт у нас из одной петли, то есть удобно делать сокращения, всякие манипуляции, добавления, сокращения и прочие вещи. Итак, первый ряд, девчонки, количество петель произвольное. Вот первый ряд, вот мы вводим спицу, смотрите, в петлю за заднюю стенку и два раза обвиваем спицу, то есть делаем двойную петлю, двойной захват. Еще раз за заднюю стенку, то есть петля у нас получается скрещенная, и двойной захват. Вот так до конца ряда. Так, и кромочная, изнаночной петлей, но вот здесь вот не затягивайте, свободно вяжите кромочную, чтобы был как бы, здесь была свобода, да, натяжение. Итак, второй ряд мы вяжем изнаночными петлями, при этом вяжем одну петлю, второй захват мы просто спускаем. И так до конца ряда. Третий ряд, первую петлю кромочную снимаю, вторую, смотрите, я ввожу спицу между первой и второй петлей в промежуток, видите, под ряд, в предыдущий ряд, и достаю отсюда петлю, и петлю со спицы просто переснимаю, то есть мы не провязываем по сути ряд, мы просто добавляем по одной петле, снова между первой и второй вот эту большую дырочку, захват делаем снизу. И переснимаю. И так до конца ряда. Вот в конце, смотрите. Здесь у нас вот получается, что подхватить очень сложно. Вот здесь вот внимательно последнюю петлю. И кромочную мы провязываем изнаночной. И четвертый, последний ряд. Узор у нас из 4 рядов. Мы просто вот эти две петли образовавшиеся провязываем вместе лицевой. Вот. До конца ряда. И далее начинаем с первого ряда. Видите, они сложены вот так вот попарно. То есть вы именно вот эти две петли провязываете. Видите, они в таких вот парах собраны. Вот. И по итогу у нас получается вот такой вот прекрасный узорчик, девчонки, летний. Но он и зимний, если его из махера вязать, будет очень красиво смотреться. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.